Привет, Эйприл. А где Донни? А, теперь, когда вы здесь, Сплинтер больше не сможет увильнуть от сражения за ваши жизни. Освободи наших братьев! Боюсь, что этому не бывать, Рафаэль. Я не знаю. Я только что пришла. Он сказал, у вас встреча. Я с ним сегодня не говорила. Чуваки, Крэнги. Мои друзья меня не поймут. Нет. Сейчас мы повеселимся. Это от Микки. Он пишет, что выследил Крэнга на заброшенном складе на Хобарт-стрит. Да брось! Должно быть, там они и ночуют. Тогда пожелаем им спокойной ночи. Приветствую, ребятки. О, наше дело дрянь. Все это немного подозрительно. Эйприл права. Раз не она звонила Донателло, то кто это был? Я думал о том же. Вдруг это ловушка. Эйприл, ты останешься здесь. О, да! Как насчет партии пинг-понг? Остаюсь и не думай. Я иду с вами. Ладно, держись рядом. Будьте начеку. На горизонте собираются тучи. Эйприл, их здесь слишком много. Выбирайся. Ты должна предупредить учителя. Микки! Донни! Вы, наконец-то! Скорей, вытащите же нас! Раздавлю, малявка! Держись, друг, мы сейчас! Стойте! Нет! Так-так, я ожидала одного Леонардо... Ну, девочка, и что же ты будешь делать, а? Прямо в пятак! Ты ударил меня в пятак! Да это же наша маленькая Кунаичи. Но вижу, вы решили облегчить мою задачу. Карай? Неплохо, а? Небольшой спектакль, и вот вы все у меня в руках. Все не уймется. Эйприл! Бакстер Стокман перехватил сигнал ваших телефонов и одолжил мне своих маусеров. А уж использовать голограммы – моя идея. Thank you.
Thank you.